жара, вы сами знаете уже, какой день вот жара стоит. Вот это кислород, нехватка кислорода, вот это природное явление, поэтому гибель вот этих рыб произошла. На данное время проводится исследовательские работы, мониторинг, свежих погибших рыб нет, павших. Вот это потихоньку русло реки сейчас очищается, это все природное явление. Никаких паразитарных инфекционных заболеваний нет.